Одинцовские единороссы провели акцию «Книги Донбассу». Она состоялась в бывшем гарнизонном доме офицеров. До этого пункт сбора книг несколько недель работал в общественной приемной партии. Всего было собрано более 300 детских книг и учебников. Часть из них закупили сами депутаты-единороссы. К акции также присоединились сторонники «Единой России», представители ветеранских организаций, волонтеры, общественники и активисты «Молодой гвардии». Книги были переданы в Фонд помощи ветеранам боевых действий «Ратник» и Московский областной фонд Героев Советского Союза «Золотые звезды» для отправки в Донбасс.